правильно? Записывай, Антош, записывай. Пожалуйста, ну что, Катарин, острые булки? Дай попробуй. Антош, ты где, сыночек? Передавай бабушке привет. Где мы сегодня? В парке, и никого нет. Спасибо. Сашечка, тебе вкусно? Жаль. Папа, а ты что будешь кушать? Папа. Классно. Что это? Суп. А ты хочешь? А я буду пить. Вот такой кофе. Красивый. И у кого-нибудь из вас отгрызут. Я у Сашки печенье. Я буду кушать суп. Попробуй. Блин, у меня даже руки трясутся. Ты расслабься. Значит, я буду кушать это суши с этим зеленым, как он называется? Васаби. Васаби. Васаби, да. Сашуля, да. Ты что кушаешь? Рассказывай бабушке. Саша, что я только не кушаю, да? Печеньки вкусные кушаешь. А там еще донатсы где-то есть. А пьешь что, Антош, пожалуйста, покушай, зайка, чаем, потом будешь играть в этот свой, пожалуйста. Я печеньки с raisins. Я вот только не понял, что я собираюсь кушать. Антоша, вот твой чай. Вкусно? Оно не спайси. Не спайси. А я сейчас попробую. Блин, Антон, ну куда ты ложишь твою? Ладно, все передали бабушке привет. Привет. Давай. Я не понял, зайка, вот эту розовую бумагу мне уже есть? Привет. Снимай меня. Привет. Я розовую машину. Молодец. Одна майка заправлена там? А вот. Дай-ка, майка должна быть заправлена в штане. Покажи розовый капусток. Вот. Я думал, что это бумага. Вот, может, это бумага. Это розовая. Папа научился кушать бумагу. Морская капуста. Да нет. Мама не пишет, мама не приходит. Гуси, ждите, мы вас тоже покормим. Ну, зайка, а кто это птиц за птичка? Птички не велички. Птички. Зай, ты ему очень большими кусками кидаешь. А я сейчас их буду знать, что вот здесь кормить. Здесь с этой стороны сами. Интересно, пойдут они между ног у меня против? Зай, ты с той стороны, Зай, чего? Я вижу. Если ты напротив встанешь, тебе будет хорошо. Тебе не боятся почти. Трохи стыдно там. Ну, бабушка. Вот так вот я сегодня кормлю птичек. Птички, подходи, не бойся. Кто у вас спухнул? О, одна смелая осталась. Не бойся. Оп, хавай здесь, ну хоть. Ам-ам-ам-ам. Взяла, пошла следующий. Кто следующий? Пришла побольше кусок взяла. А так интересно, лапы, когда тень такие, стрик-стрик-стрик. Две стоят, даже не уходят, перебирают между ног стоят. Ел сам, накорми меньшего. Брата или кого? Друга. Алло, Корейка. Я говорю, поел сам, накорми ближнего. Да? Ну, Зоя, не пугай. Улыбка у нас тут. Теплая, дружественная обстановка. Бросаешь? Сашка, по одному. По одному. Зай, так ты понимаешь, что он альбинос? Почему?
Да. Потому что они серые, Натя. Ну, перекрасился, сменил имидж. Короче, мы наблюдаем пеликана альбиноса. Вот. Чего это он не в своей компании? Вот поэтому он не в компании, что он как раз. Антош, закинь ему, чтобы он взял, закинь подальше. Саша, блин. Саша, ну только одну кидай. Посмотри, сколько ты. Катарина не кидает, это 4, да? Антош, можешь закинуть пеликана? Да, я закину. А что она так стоит? У нее все хорошо? Зай, ну ты не ешь хлеб с пола? Да я просто поубираю. Дети, вы можете рассосредоточиться. Подойдите сюда кто-нибудь. Один от одного отойдите, чтобы широким фронтом, так сказать, кормить. Вот, Катаринка, видишь, тут некому кормить их. Да я его увеличивал, снимал. Попробуйте закинуть ему, видишь, он тоже хочет. Хочет, но не это самое. Катаринка, попробуй пеликану подкинуть, зайка. Папа, смотри. Папа, сзади тебя. Сухопутные войска подтянулись. Сухопутные войска, привет. Они меня пугают. Ты от них отбрасываешься, что ли, или что? В голову? Не, я больше идти не могу. А белок не видно? Вон он. Кто? Ну, так иди покорми его, попробуй. Не бойся, иди за мной, пошли. Иди за мной, быстренько к нему. Быстрее, быстрее, Катарина, уходи. Давай, может, он покушает. Голову. Они не хочет. Что-то он не поднимает. Он видит, но не поднимает. Мишка, надо догонять. Давай, давай, чтобы они догоняли. Поснимаем. Мне нравится, как они бегают по воде. Смотри, она голову вытягивает вдоль воды. Смотри. Огонь. Видел, как она стала на воде? Ну зачем ты ее бросаешь? Не видишь. Нет, давай эти. Они фан. У тебя фан? Может, я боюсь. Дети, у вас фан? Сережа, мне кажется, вы зря бросаете в него хлеб. Вы когда хлеб бросаете, он потом это самое, пугается, когда другие птицы к нему приходят. Он какой-то... А вы, смотри, мужчина с пакетом орехов делаете, помнишь? А где бьет? За дядю следу. Ну, тогда не надо хлеб. Давай, дети, вы фан получаете? Да. 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 Саша, покажи. Саша, наша цель покормить ее, а не прибить хлеб. Антош, покажи, как ты фан получаешь. Антоша, друга себе нашел. Покорми его с руки. Боишься? Да. Не давай, бойся. Возьми большой кусок и дай ему с руки, не бойся. Смотри, он берет. Оп, давай еще. Сейчас он съест. О, теперь я могу ему дать весь. Блядь, сколько же тут мяса? Там 7-8 килограмм чистого диетического. Оп. Видишь, какой хороший? Папа, я просто pour the bread in. Все? Да. Давай, аккуратно вытряхивай, аккуратно. Да, держи его, заворачивай. Что-то Тарина увидит, что ей гусь идет. И оббежит вокруг этого озера, блин, за минуту. Все, Антоша, выбрасывай пакет. Ну как, фан прошел? Стас.
Пофанились? А где были? Кто-то меня прочек, пока я мою. Ну что, пойдем? А у меня есть фотоаппарат, чтобы снять ее пресс. Покажи пресс, напряги. Я стырю шкурку. Белка, ну покажи мне. Саш, не бегай, не суетись. Белка, очку. Саш, Саш. Ты посмотри, это белка, это заяц, блин, а не белка. Я не знаю. Альпинист. Сашка, давай что-нибудь отмочи веселого. Саша боится упасть. Ты что, боишься, Саш? Да, ну. Это мы в парке Алондра, около маминого колледжа. Я хочу что-то сделать. Давай. Давай. С другой стороны.